что сказать, клубу 25 лет. Если человек посвятил всю свою сознательную жизнь... Елена Корягина возглавляет «Радугу» уже четверть века. Она считает, что сейчас клуб под угрозой закрытия. «Радуга» – одно из структурных подразделений учреждения дополнительного образования «Шанс». На последней встрече с руководством Елене Павловне пояснили, у клуба закончился договор аренды, к тому же здание не соответствует требованиям безопасности. Вот объясняют. Вот одно отказ о продлении договора аренды, отсутствие у центра «Шанс» средств на устранение предписания Роспотребнадзора. И что якобы нет смысла вкладывать, потому что дом как бы в ветхом состоянии, что денег незачем ставить, вкладывать в капитальный ремонт. Мне больно от того, что клуб вот так вот взяли, одним росчерком приняли решение, расформируем. А то, что в клубе в рабочем поселке не будет детского учреждения, об этом, видимо, не подумали. Весть о возможном закрытии клуба облетела весь микрорайон. Родители обеспокоены. Сегодня здесь занимается более 300 детей. Вышивают, рисуют, моделируют одежду. Не раз занимали призовые места в международных конкурсах, участвовали в краевых фестивалях. Клуб – это наш второй дом, вторая семья. Людмила Игнатьевна – наша вторая мама. И мне кажется, это просто частичку от нас отрывает. И нет слов просто. Мы как бы в шоке. У меня внучка тут... Первая выросла, и тут все уже научилась. Сейчас вторая сюда станет ходить. Я вообще удивляюсь, думаю, да как это так? А закрыть клуб детям-то куда ходить? Меня вообще-то сильно-сильно волнует. Да не только меня, всех родителей. В администрации района уверяют, причин для паники нет. Вопрос о расформировании клуба не поднимался. Речь идет о закрытии его на летние каникулы. Это происходит каждый год. Только на этот раз «Радугу» придется привести в соответствие с современным противопожарным требованием. Проблема в том, что учреждение располагается в доме, который может быть признан ветхим. Если действительно здание достаточно старое, если будет такое решение приниматься, то администрация района, насколько я знаю, очень заинтересованы в том, чтобы клуб продолжал работать, он очень востребован, и они окажут содействие в поиске подходящего другого помещения. Речь о закрытии клуба, еще раз повторяю, в этом районе не стоит. Признать здание ветхим может только специальная комиссия. Ее пока никто не создавал. Вопрос о том, будет ли «Радуга» отремонтирована или клуб переселят в другое здание, будет решен в течение лета, обещают чиновники. Дарья Сивухина, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.